Это уже наша шестая. Мы подписали только что декларацию о путях и средствах противодействия, смягчения и компенсирования негативных последствий односторонних принудительных мер. Безусловно, это важный шаг в наращивании координации усилий членов мирового сообщества по преодолению незаконных санкций, которые США и их союзники сделали заменой дипломатии. ما امروز اعلامیه مشترک جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه برای کاهش اقدامات یکجانبه آمریکا رو همچنین برای مقابله با یکجانبه گرایی رو به امضا رسوندیم در مسکو. Мер, безусловно, это важный шаг в наращивании координации.